Ничего удивительного. Просто семья осьминогов решила отправиться к морю. Всем известно, дети ждать не любят. Вот и осьминожки поторопились и устроили ДТП, наглядно продемонстрировав ученикам начальной школы, к чему приводит несоблюдение правил дорожного движения. Оригинальный сюжет, яркие костюмы, запоминающиеся песни – все это по достоинству оценили члены жюри марафона «Агитбригад», который прошел 19 ноября. Это заслуга, в общем, всей нашей дружной команды, поэтому огромное всем спасибо. Для нас было немножко неожиданно. Нет, мы всегда, без ложной скромности надо сказать, конечно, мы всегда очень активно участвуем в этом конкурсе, и наша команда занимает призовые места. Ну вот первое место у нас впервые за последние несколько лет, и нам оказана такая высокая честь. Мы будем представлять район на областном конкурсе «Агитбригад». Мне кажется, мы утратили это много сил, и поэтому все получилось более-менее хорошо. Мне кажется, тоже все хорошо очень получилось, все хорошо играли, и супер все. 10 минут и не секундой больше. Таков регламент марафона «Агитбригад». Нарушение правил здесь, как и на дороге, карается штрафом. Но команда 6-го лицея и в заявленный хронометраж уложилась, и основные ПДД детям объяснила. Не мчится здесь велосипед, тут для него дороги нет. Чтобы оседлать велосипед, дождись 14 лет, а за машину 18 самостоятельно садятся. Все знаки надо заучить, права к вождению получить. После выступления перед учениками начальной школы членам агитбригады из 6 В не придется спрятать костюмы осьминожек и черепах в дальний ящик. Теперь им предстоит защитить честь Одинцовского района на областном этапе конкурса. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».